Сегодня 21 апреля 2018 года. Вот в тепличке инжир. Уже хорошо растет. Вот они. Фиги. Вон еще. И он. Он идет. Получается, в прошлом году или позапрошлом испортилась хурма сверху, опустилась ниже привоя и живое все. Посадил сеянцы лимона, сеянец хурмы и фиговая пальма. Так, инжир себя чувствует здесь чудесно. Насчитал 1, 2, 3, 4, 5, 6 больших фиг. И уже есть маленькие, которые лезут. Ну, очень хочется попробовать наконец-то свои. Что до этого все в прошлом году опадали. Дозреваю, где-то дорастая до 3-4 сантиметров в диаметре и опадали. Ну, в этой яме они будут первый год. Яма это 1,5 на 2,40 и глубиной 0,5 метра. Ну, а сверху еще накрыто каркас и агроволокном. И так хочу продержать, наверное, до середины или начала июня. Там посмотрим. Уже как всегда еще в мае возможны приморозки легкие. Так что в тепличке будет надежней. Земля еще чуть-чуть сыровата, но чуть-чуть надо, наверное, полить. Попробую сверху просто. Что так ковырнул, земля только чуть-чуть влажная. Но на следующей неделе плани вроде обещают дождики. Сильно поливать сейчас не буду. Пускай просохнет хорошо. Ну, ждем урожаев.